Всем привет! Сегодня я покажу, как делать лист для пиона из гофрированной бумаги. Беру проволоку, отмеряю 70 сантиметров, с учетом, что лист будет у меня высотой 50 сантиметров. То есть мне этот зазор, точнее, вот эти оставшиеся 20 сантиметров нужны будут для того, чтобы эту проволоку можно было ставить в трубу для стебля. То есть я там делаю дырочку отверткой и вставляю вот эту проволоку. Выравниваем, идеально ровно должна быть проволока, так как я ее буду приклеивать на бумагу. Теперь беру бумагу 180 грамм, травяной цвет 591, по-моему. Так, вот так буду писать лист. Начинаю резать снизу более вшире иду, а вот уже где-то дальше, чем, то есть ближе к верху, уже у меня идет сужение. Такой вот лист тоже получился. Отрезаю ровненько. Поправляю, где у меня какие неровности, что мне не нравится, отрезаю ровно. Лист, чтобы он совпадал, то есть одна половинка с другой. Теперь беру эту один лист, прикладываю и по нему врезаю второй лист. То есть я эти два листа буду склеивать между собой. Они должны идеально совпадать. Но если они будут совпадать, то есть их можно будет отрезать, подровнять. Вот так. Теперь наношу клей вот так вдоль, посередине листа. Приклеиваю свою проволоку, прижимаю, держу, когда клей застынет. Так, теперь буду склеивать два листа между собой частями. То есть не сразу наношу клей на весь лист, а сначала вот сюда, на нижнюю часть. Теперь беру сверху, прикладываю второй лист. И прижимаю. Чувствую руками, клей остыл. Потом приподнимаю лист. Так, и наношу клей на следующую часть листа. Разглаживаю хорошенько, чтобы распределился клей. И так далее.
ну, конечно, лист пиона на самом деле в реальности немного другой. То есть можно его сделать по-своему, по-другому, смотреть в интернете картинки. Так, но я здесь просто хочу показать, как я, каким способом я приклеиваю проволоку так, чтобы ее не было видно. Есть еще один способ, но сегодня я показываю этот. Делаю такие зазубринки. Теперь вот так подгибаю его немножко, придавая ему более живость такую, актуальность. Отрезаю полоску гофрированной бумаги 1,5-2 сантиметра. Приклеиваю сначала вверх, сверху. Наклей, фиксирую, затем начинаю наматывать вдоль проволоки, вниз спускаюсь. Итак, если вам было полезно это видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Пока-пока!